Лето с котом «Магнит». Каникулы полные приятностей и полезностей. Привет, ребята! Сегодня кот «Магнит» приготовил для нас очень вкусное задание. Мы с вами испечем самый настоящий кекс прямо в кружке дома из ингредиентов, которые точно есть у вас на кухне. Нам потребуется сахар, яйцо, мука, подсолнечное масло, молоко, какао, разрыхлитель и ложка с вилкой. В общем, все. Если готовы, тогда начинаем. Нас с вами ждет очень вкусное чаепитие. Итак, берем кружку. Для начала мы обмазали ее подсолнечным маслом, чтобы потом легко извлечь кекс после запекания. Итак, добавляем туда 4 столовых ложки, немножко с горкой, муки. Сахар нам потребуется тоже ровно 4 столовых ложки. Так, дальше нам необходим следующий ингредиент. Это какао. Добавляем 2 столовых ложки какао. Добавляем немножко разрыхлителя, буквально пол чайной ложки. Я вот так аккуратненько на глаз добавлю совсем чуть-чуть. Из сухих ингредиентов все. Откладываем все в сторонку, берем вилку и тщательно размешиваем то, что у нас здесь получилось. Готово. Дальше нам надо добавить 3 столовых ложки подсолнечного масла. Так, прекрасно. И 3 столовых ложки молока. Взбиваем туда 1 яйцо. И тщательно мешаем до однородной консистенции. Вот такая однородная консистенция у нас с вами должна получиться. Ммм, а как пахнет вкусно шоколадом. Представляю, какой вкусный будет кекс. Кажется, все готово. Пора отправлять наше тесто в кружке. В микроволновку. Надо поставить на 3 минуты на 750 ватт. Микроволновка, думаю, у вас точно есть. Пошли. Прошло ровно 3 минуты. Смотрите, как классно поднялся наш кекс. Он большой, почти как вулкан. Ну что, украсим его сахарной пудрой, чтобы было красиво. Немножечко вот так сверху посыплю. И можно есть. Так что заварить себе чаю. А я попробую наш кекс. Это очень вкусно. Желаю вам всем будущего приятного аппетита и передаю привет. Будьте с нами, магнитята-котята. Хорошего вам дня. Пока. Лето с котом «Магнит». Каникулы полные приятностей и полезностей.